Добро пожаловать в новую Stick Wars Legacy, ребятки, 2020 года. Ну что ж, давайте посмотрим первый взгляд. Так, тут у нас сразу магазинчик и первый уровень. Я думаю, сразу пойдем в атаку. Идет загрузка. Окей, первый день. Мы идем копать пока что, добывать руду. Это наши соперники. Тоже добывают. Пускай как-то бывает, у нас 500 голды. Давайте еще, наверное. Давайте еще троих рабочих наймем. А уже пошел первый. Ты серьезно? А, мне тоже нужны военные. Придется отступать. Они уже атакуют. Да ты серьезно, что ли? Отступаем, отступаем. Отступаем. Сейчас лучники выйдут, разберутся. Ё-моё, сразу начали атаковать. Ну что ты будешь делать? Пока поднакопим мечников. Потом выпустим. Они атакуют и атакуют. Ну что ты будешь делать? У них уже 4 рабочих. Все, выходим, выходим. Одного отменим и лучше рабочего поставим производиться. Все, у меня 3 мечника есть. Этого хватит, чтобы отбиться на первое время. Я так понимаю, тут будет много разных уровней. Кстати, а в этой игре нельзя управлять. В этой игре теперь нельзя юнитами управлять. Так, ну ладно. Мне интересно, что будет дальше. Так, давайте еще одного работника сделаем. Все, еще одного делаем работника. И хватит. Пока что мы можем только мечников делать. Пока что простые у нас стикманы, банальные. Но потом, я думаю, будут и лучники всякие там, и копейщики мои любимые, самые сильные, да, со временем. Это все будет. Давайте много сделаем лучников. Пока что мне... У меня много работников хватит, я думаю... Для добычи. Все, накапливаем, накапливаем. Они тоже копят армию, ребятки. Они просто так без дела не стоят. Моя армия должна быть больше. Больше и сильнее. Я не скажу, что она сильнее, да? Вот. Пока что. Но потом она будет сильнее обязательно. Смотри, ребятки, там... они отжимаются, да, когда просто долго стоят. Да, смотри, отжимаются, чтобы форму не терять свою. У меня золота уже куча, 14 у меня в запасе. В принципе, можно атаковать, просто толпой атакуем, да? Как думаете? Я хочу прям толпой напасть, давайте поднакопим сначала. Они почему-то пока что максимум у них только 3, больше не хотят. Я не знаю почему, ребят, не знаю ихнюю причину. Но у меня уже тут здоровенная просто армия. А они вообще не развиваются, у меня уже 20... мечников готовится. Скоро будет максимальный лимит 50. Ну все, ребят, я думаю, можно атаковать. Побежали! У-ху! Бегут, 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 смотрите. Они пытаются отстреливаться. У них 2 лучника. Ой, сейчас мы быстро разнесем просто ихнее строение. Наших слишком много. Они пытаются отстреляться, но навряд ли у них получится. Неплохо. Быстро сносим. Но мечники слабые. Я думаю, какие-нибудь копейщики бы или великан быстрее намного сносили. Смотри, как много денег у меня уже. Все, они отступают. А, подмога, подмога. Они решили выйти всей своей армии, но их всего лишь 3 мечника было. Да, первый уровень пока что легкий. Сейчас будет победа. Просто всех перебили. У них никого не осталось, у них даже денег нет, ребят. Все, это финал, просто в сухую. Всех свергли. Отлично. А, можно золото, да, умножать можно золото, если посмотришь рекламку. Но мы идем дальше. Так, тут можно купить за драгоценные камни, за них уже покупать какие-то улучшения. Но пока что не будем. Апгрейд тут есть. А, можно прокачивать. А сколько у меня есть? Я пока что не могу прокачать. А, вот за голду будем прокачать. Давайте мечников прокачаем. Раз. Меч стал лучше, да? За 500. А, вот за 500 меч прокачали. Давайте вот этого стикмана рабочего. Можно статы улучшить. Давайте статы улучшим. Пускай... А, деньги. Можно, чтобы она нам деньги давала больше. Вот, но у меня не хватает голды.
Поэтому давайте мечников еще прокачаем. Пока что мы мечниками атакуем. Отлично. Левел 2 стоит 100 голды. То есть за голду мы следующий левел начинаем. Ничего себе. Но мы тут должны победить. Если проиграем, то мы все потеряем. Сразу давайте 1, 2, 3. Нет, нет, нет. Нам нужен один мечник, потому что они по-любому... Ну вот, у них уже побежал мечник. Нет, мечника делаем. Делаем двоих мечников. Ё-моё. Он уже близко. Надо отбиться как-то. Вон мой мечник, мечник на мечник. Сейчас подмога придет. Там второй мечник уже идет. Еще два мечника, еще два мечника. Давайте, ребята. Отлично, нас двое, он один. У нас больше шансов. Мечники на подходе. Ладно, первую волну мы отобьем, там будет уже проще. Все, мы сейчас накупим. Все-таки сначала нужно хотя бы двоих мечников сделать, да? Сразу мечников двоих, а потом уже рабочих. Побежали за ним, смотрите. Он решил отступить, но мы его добили. Отлично. Так, тут всякая подмога-поддержка, но мне, в принципе, пока она не нужна. Ну, второй уровень такой же, как и первый. Я думал, какие-то новые юниты у меня будут. Но пока что никаких юнитов мне не дали. Я думал, реально это вторая часть. Это, видимо, просто клон. Клон Stick Wars Legacy. Жалко, что нет второй части. Было бы здорово. Так, ну все, мечников у меня, в принципе, уже нормально много. Можем уже первый раз напасть. У них тоже, у них, смотри, 4 мечника уже. Неплохо они. Так, двоих рабочих еще сделаем. Хватит. Тоже накопим армию. И пойдем уже в атаку. В принципе, я даже не знаю, можно уже напасть. У меня 3 ряда мечников, у них только один ряд. Давайте, наверное, нападем, да. Погнали в атаку. Не будем много копить. Там у нас, тем более, подмога идет. О, они отступают. Побоялись, побоялись, решили отступить. Выходят лучники отстреливать нас. Так, все, прогнали. А чё они не атакуют? Вот. Начали атаковать, наконец-таки. Почему-то не сразу. Так, уже делал мечников. Все, у нас лимит уже превышен. Пытаются стрелять, но навряд ли у них получится. У них 4 лучника, неплохо они, конечно, бьют. Сейчас должны выйти. Когда мало останется, они выходят. Да, выходят. На битву. Так, ну мы легко всех разобьем. Наших больше. Плюс мои уже прокачаны. Жалко визуально, видите, тут визуально они не прокачиваются. Это тоже очень плохо. Мы как бы прокачались, но визуально это не видно. И это большой прям минус игры. Печально, что все так. Смотри, они пытаются добывать золото, потому что у них закончилось золото. Но это им уже не поможет, они уже ничего не донесут до базы. Ну все, добиваем базу. Когда мне лучников уже дадут? Так, это было легко. Победа. Новый левел. У меня есть 2900. Третий уровень. Давай посмотрим, что на третьем уровне. За 100 проходим дальше. Когда мне лучников... О, лучники появились, да, ребят? Теперь у меня появились лучники, отлично. Мы делаем двоих мечников. Пока что. Они уже идут? Да ты серьезно? Или нет, они... А, нам надо будет просто отбиться. Нам нужно будет просто отбиться, ребятки, от них. Я не знаю, справимся или нет. Когда они пойдут в атаку, у них один лучник и 5 мечников. Надо быстро-быстро добыть ресурсы. Надо было, наверное, сразу добывать сначала. Давай сделаем одного лучника. И мечник уже за ними идет. Ой, надеюсь, мы отобьемся. Лучник вышел, первый лучник вышел, отлично. Еще один мечник нужен. Еще 2 мечника нужно, да, чтобы был ряд. И потом, я думаю, можно будет лучников уже делать. Надеюсь, я отобьюсь. Тут всего лишь нужно отбиться.
Ой, начинается, ой, начинается. Но у меня прокачано, мне будет проще. Сейчас мечники должны идти. Где мой второй лучник? Второй лучник делается. Давайте, ребята. Ну. Отлично, убили. Последний остался, последний лучник. В атаку. Лучник против лучника. Наших двое. Да, мы это сделали. Там еще атака. Там еще, ребят. Боже мой. Нам надо еще отбиться. А, они пока ждут, не нападают. Ну тут опять точно так же. 5 мечников и лучник один. Мне же надо мечников накопить. Давайте таки двоих сделаю на всякий случай. Троих даже, двоих. Золотодобытчиков. Тогда будет сейчас все нормально. Все, у меня уже 3 лучника, нормально, хорошо. Еще один производится. Я думаю, мы должны справиться. Сейчас будет 4 лучника уже. Да, ну все, ребят. У нас уже армия больше. Плюс рабочие делаются. Можно еще рабочего даже сделать. Вот так. Ну а дальше можно мечников. Так, еще один лучник. Атака. Мы должны отбить. У нас 3 лучника целых. 3. Давайте. Лучников, кстати, можно лучников прокачать. Это пока они слабенькие. На урон. Лучников главное на урон. Что-то я боюсь. Опять армия идет. Я хочу два ряда лучников, чтобы было. Давайте нападем сами. Мы уже сильно самостоятельные. Можем сами нападать. Тебя сейчас мечники пускай делаются. Так, быстрее победим. А, может надо прогнать их? Смотри, нападают и нападают. Много мечников сейчас будет. Ну прогоните. Ну все, смотрите, они будут... О, все, победа. Идем дальше, 1400 у меня. Давай посмотрим апгрейд. Теперь... А, лучнику только стрелы и апгрейдишь. Плюс 5 дамаг. Плюс еще. Плюс еще. 5 уровня стрела, офигеть, конечно. Дамаг плюс 2. Нет, у меня 100 осталось как раз на 4 уровень. 100 голды осталось, боже мой. А так бы мы не смогли идти дальше. 100 голды нужно всегда оставлять. Так, сразу давайте двоих мечников поставим. И золотодобытчиков. Потому что я боюсь, что они... О, у них лучник сейчас пошел. У них сразу лучник идет, это уже сложнее. Дойди, ты должен. Да ты шутишь, что ли? Я думаю, придется отступить. Все, отступаем. Давай сделаем ряд мечников. Убивайте их, отлично. Сейчас наделаем мечников и пойдем в атаку. Тут посложнее, смотри. А лучника у них нет. Мы убили лучника, что ли, да? Оказывается. У меня всего лишь 2 защиты. Надо базу тоже прокачивать. Давайте одного сделаем лучника. Все, они отступают. Я думаю, можно вставить в оборону. Хотят побольше накопить. Все, у меня 4 целых мечника и лучник сейчас будет. 3 рабочих. Главное не потерять их. Тут посложнее. У них 3 мечника уже. Но сейчас мы сравнялись силами. Сейчас еще троих давайте сделаем рабочих. Раз. Два, три. Все. Этого будет достаточно.
для золота. Теперь делаем только военных. Давайте, наверное, троих мечников сделаем, чтобы два ряда было. Так, несет золото, отлично. Раз, два, три. И потом еще троих лучников надо будет. Ну все, армия копится. У них тоже, смотри, лучник подходит. Триста нужно. Отлично. Производим. У них два лучника, смотрите. Мы на равных примерно развиваемся. Да больше лучников. Чтобы у меня непобедимая армия была. Но я думаю, можно нападать, ребята. У меня два ряда лучников и два ряда уже мечников. Нападаем. Армия сигманов пошла в атаку. Они отступают, они решили отступить, смотрите. А почему у них статуя мага, если самих магов нету? Это как-то странно. Если статуя мага, обычно маги тоже ей появляются уже. Это косяк большой от разработчиков. Смотри, как много у них лучников, боже мой. Я уже добиваю. Надо было раньше выпускать их. Да, победа, идем дальше. Пятый уровень, давайте пятый будет последний, по 5 уровней. Кристаллы, к сожалению, я не добываю. Так, лучник, да, у нас? Статую на голду, блин, дорого на голду, на защиту. Плюс хп больше будет у статуи. Я хочу продолжить прокачивать лучника. Раз, два. И мечника прокачаем. Все, ряд, последний уровень, погнали. Так, что они? Давай лучника наймем. У них тоже лучник. И он уже бежит сюда. И мой тоже побежал. Я не знаю, кто кого победит сейчас. Но мой сильнее должен, смотри. Одинаково. Мой прокачанный лучник. У него больше прокачанный. У него более прокачанный лучник. Ты шутишь, что ли? Там мечник уже идет. Может быть, зря я лучника нанял. Сможет он его одолеть, нет? Он оказался сильнее, чем мой, слушай. Блин, мечников сложно. Отступаем. Отступаем. Нужны мечники. Надо отбить атаку. Как раз у меня два мечника сейчас появятся. Давай, три уже мечника. Подождем пока что. Это вынужденная мера отступления. Сейчас все будет, сейчас мы выйдем. Еще один нужен. И в оборону встаем. Все, встаем в оборону, иначе у нас золото не будет добываться. На них уже много золота. Так, ну сейчас получше. У меня и лучник, и три мечника есть. Сейчас добыча у нас в основном... Они отступают, поняли, что... Что мы сильнее. Не хотят наступать. Куда он к ним пошел? Да ты издеваешься. Почему он к ним пошел, если тут есть золото? Он пошел на чужую базу. Да вы шутите. Почему? Почему система сломалась, если тут дофига золота? Они его убили, гады. Он довольно-таки сильный, смотрите. Фига себе, у него много хп. Так, ну ладно, не будем тогда. Сейчас добьют его. Гады. Сейчас нет смысла больше брать. Раз, два, три. У меня 4 золота добытчика. Потому что если буду брать больше, то они будут на чужую территорию идти и погибать. Это самое сложное сражение сейчас. Они теперь... Они более прокачаны стали. Мне кажется, дальше я уже не пройду. Будет тяжело. Да ты шутишь, надо отступить, ребят. Вынужденная мера. Ничего, они долго будут убивать.
Мое здание. А чё их так много? Давай вот так сделаем. Тоже рабочих наймем. Сейчас большую армию можно попробовать напасть, я даже не знаю. Сейчас как всех наймем. Тут уже ресурсы начинают заканчиваться. Они копятся, копятся, смотрите. Блин, плохо, у меня золото не добывается, надо выходить. Надо выходить в оборону. Все, выходим. Золотодобытчики начинают добывать. Ну все, у меня хотя бы два ряда, но у них лучников больше. Пока что у меня один лучник. Но мечники неплохо так прокачаны. Так, пошли рабочие. Можем за рабочим пойти. Если он пойдет на чужую территорию рабочий, то явно надо атаковать уже. Давай сделаем лучников побольше. Нет, сейчас вроде добывают нормально. И все-таки пойдут. На чужую. Нет, не идут. Все хорошо. Так, ну теперь у меня сильнее армия. Сейчас нужно немножко лучники, и тогда можно наступить. Все, наверное, идем в атаку. У меня 4 лучника, нормально. Они отступают, отлично. Это хорошо. Давай еще 4 лучника и мечников на остальные деньги. Возможно, они даже отобьются. Посмотрим, пока мы бьем. Им надо выходить, иначе им не поздоровится. Наступают. Опять не успеют, они просто не успеют. Поздно, поздно они начинают выходить. Когда почти все свергли. В атаку идут. Отступаем. Отступаем. Вынуждена мера отступления. Так, мы тоже отбиваемся неплохо. Теперь они атакуют. Мы по лучникам стреляем. Отлично. Давайте, ребятки. Половина останется. Надо выходить. Сейчас мы их свергнем быстренько. Все, выходим. В оборонительную встанем, потом в наступательную. Ну все, сейчас мы должны уже будем победить. Я лучников не хотел терять. У меня, по сути, одни лучники-то и остались. Почти два ряда. 7 лучников. У меня да побольше мечников немножко. Так безопаснее будет. Лучников быстро перегромят. Лучников по-любому кто-то должен защищать. Ждем пока что. Они тоже накопили довольно-таки неплохую уже армию. У меня больше лучников, это радует. Я думаю, пора. Пора нападать. Все, это последнее решающее нападение. Так, подвисло, простите. Все вроде нормально. Так, все нормально, ребят. Простите, подвисло. Ну все, это конец. Добиваем. Добиваем здание. Статую, точнее. Да, все, финалочка. Мы сделали это. 3000 у нас. А на 6-м левеле у нас пока что никого не появилось. Да ты серьезно, никто не появился? Новый юнит, пожалуйста. Пока что нет того юнита. Но это будет в следующей серии. А, вот, если...